Расскажи, дети с ним. Я уже 300 бы на легковушке ехать. Ебать. Да вообще срать. Блять. Это вообще какой-то трэш. Пиздец. Сергей, я поздравляю вас, это правильный ответ. Я уже да, 30 литров бензина на пол остается вам. Как там, в баке-то есть бензин? Пиздец. Ох, блядь, Юра, тут пиздец весело. Куда, блядь? Куда, блядь?
ты чё ж? Ты чё делаешь? Ты больной что ли, блядь? Проехать эту трассу. Сука! Через два дня. Да, вы мне позвоните через два дня, потому что я вот сейчас тоже в другой стране нахожусь. И думаю, что мы с вами можем поговорить. Хотя, честно скажу сразу, что вот веб-сайты, вот да я в принципе пока не интересуюсь. Но, если это касается каких-то реальных, скажем так, интересных предложений и материальной выгоды, то мы можем об этом поговорить. Thank you.